В район Ульяновской стянули технику снегоуборочную для расчистки внутри квартальных проездов и тротуаров. Тяжелый трактор занял оборону в микрорайоне улиц Лесной и Малосаратовской. Его задача – за максимально короткий отрезок времени освободить от снежного плена подъезды к 38-му физико-математическому лицею, детскому саду и поликлинике номер 1 на улице Гагарина. Далее в списке частный сектор в микрорайоне Куликовка. Все намеченные планы по расчистке города идут под четким контролем квартальных уполномоченных. Первую смену основной акцент делаем на тротуары, внутриквартальные дороги и подходы к соцобъектам, а также пешеходные переходы. Все. Сейчас на сегодняшний день работает 78 единиц техники. По тротуарам, значит, 12 единиц работает. По соцобъектам по каждому району по 3 единицы выделили. Параллельно с расчисткой внутренних дорог роторы расширяют основные транспортные артерии по всем микрорайонам областной столицы. Также продолжается вывоз снега от остановок и пешеходных переходов Нагая, Урицкого, Тельмана, Димитрова, с путепроводов на Кирова, Рябикова и Московского шоссе. В минувшую ночь с территории областного центра вывезли 195 самосвалов, однако справиться со снежной напастью полностью ульяновским дорожникам помешают небесные силы. По информации синоптиков, в ближайшие два дня регион вновь ожидает массированный удар осадками.